Я никогда не видел тебя такой. Какой такой? Ну, не знаю. Романтичный. Обычно я вижу тебя в окружении бинтов и медикаментов, да еще всю в крови. Потому что ты обычно приходишь, когда я работаю. А сейчас я не работаю, жду тебя и плету венок на свадьбу. Чья хоть свадьба-то? Моей подруги по университету. А кстати, может, ты захочешь пойти со мной? Стой, так это твое объявление? Объявление? Ну, у корчмы 7 котов. Ищу красавчика на свадьбу подруги. Нужен интеллигентный, приятный, не слишком молодой, не старый человек с хорошими манерами, у которого есть хотя бы один приличный костюм. Нет, это не я. Так ты пойдешь со мной или нет? С удовольствием. Замечательно. Значит, договорились. Ты не забыла кадильницу? Разумеется, нет. Меня чуть не застукали, когда я ее выносила. Я не знала, как ты ее будешь использовать, так что взяла еще смесь янтаря, аниса и можжевельника. Они неплохо дымят. Спасибо. Может пригодиться. Пошли? Пойдем. А книга не врала. Это место действительно производит впечатление. Верно. Жаль только, что здесь так запущено. Рот обнищал. Видимо, не было денег на содержание. Оу, как-то там немножко слишком страшно. Тебе не нужно идти со мной. Можешь подождать здесь. Так, наверное, будет лучше. Если что-нибудь случится, то кричи. Это не склеп, это мавзолей какой-то. Кейстута. Умерла в 1257.
Этого мне, наверное, не надо трогать. Витальд фон Эверик, сын Богумила и Кристины. Нашелся. Пора начать ритуал. Нужно окурить все залы в этом склепе. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Приди как друг, ибо и я тебе не враг. Восстань из праха тот, чью кровь я приношу. Вернись в мир живых, ты, что его покинул. Жизнь и смерть, пламя и кровь. Теперь надо зажечь лампаду. Пламя и кровь. Жизнь и смерть. Приди, тот, чью кровь я приношу. Пламя и кровь. Жизнь и смерть. Ты призвал меня, кто бы ты ни был. Мое имя Геральт. Я здесь, чтобы пробудить дух Витальда фон Эверека. Твои имя и цель не имеют значения, ибо ты не покинешь это место живым. Ты дух Витальда? Кто спрашивает моего внука? Это не важно, Нарата. Я хочу знать, откуда у него кровь нашего рода. Ибо только кровью Эвериков можно пробудить души Эвериков. Сие правда. Насколько я знаю, из нашего рода в живых остался лишь Ольгерд. А значит, этот человек пролил кровь твоего внука Гейстут? Вскоре ты встретишься с Витальдом, зато никогда уже не увидишь Ольгерда. Я вырву тебе сердце! Бей его, Эверики! За кровь Ольгерда! Черт! Надоедливые сукины дети эти Эверики, а? Кто ты такой? Тот, кого ты ищешь. Витальд фон Эверик, брат Ольгерда. А я и забыл, что не могу себе даже яйца почесать. Хотя с тех пор, как я умер, яйца у меня вообще не чешутся. Я не хотел драться с твоей семьей. Они это начали. Я мертвый, а не слепой.
Я хотел посмотреть, как ты справишься с этими заносчивыми засранцами. Ну и с бабулей. Они все равно мертвые, хуже уже не сделаешь. А теперь говори мне, откуда у тебя кровь Ольгерда? Если ты причинил ему вред, я тебя убью. Я получил ее от одного общего с Ольгердом знакомого. У меня к тебе важное дело. Я труп, так что мне плевать на твои важные дела. Единственное, чего мне не хватает после смерти, это, скажем, добрые забавы. Да что поделать? Часто у вас гости? Бывают, но не слишком часто. Потому-то, если кто пришел, то всей компании с ним поиграть охота. Веселая семейка. Правда. Мы славимся любовью к пирушкам и войнушкам. В нашем роду набеги — это традиция. С дедовских времен. А известно, что если в набег идешь, так и добыча бывает. Значит, и на веселье монет хватало. Только под конец моей жизни все пошло к чертям собачьим. Да что уж там, не будем сыпать соль на раны. За несколько дней до моей смерти брат говорил, будто нашел способ снова подняться. Меня прислал твой брат. Ну и как он? Эх, много бы я дал, чтоб с ним повидаться. Этого не будет. Но, может быть, тебе удастся испытать что-то такое, что будет интересно покойнику. Покойнику? Уже интересно. Говори, в чем дело. Не хочу показаться бестактным, но мне интересно, как ты умер. Да ну, не тушуйся. Все любят такие истории. Мне бы это понравилось, если б не меня тогда убили. Как это случилось? Во время набегов обычно занимали мы хату старосты. А местным вахлакам велели самогон приносить. Да и девок бледовитых в округе всегда хватало. Вот только в тот раз попали мы в засаду. Пятеро на одного получилось. Но меня и убили. Черепо-дубовый стол раскололи, как яичко. Откровенно говоря, я не очень хорошо знаю Ольгерда. Расскажи мне о нем. Ольгерд – замечательный человек. Настоящий вояка. Другого такого не сыщешь во всей Редании. Лучше него не найдешь ни в драке, ни на перу. Мы еще щенками были, а он уже в набеги ходил, когда война шла. Приграничные деревни с копом в портки срали от одного имени – Ольгерд. Я был его правой рукой, а товарищи наши за ним в огонь и в воду были идти готовы. И чем вы отличались от обычных бандитов? Мы? Бандиты? Ты слова-то подбирай. У кого-то из наших, может, и были драки на уме, но только не у Ольгерда. Он всегда был любопытнее всех на свете. Все-то ему было интересно. Книги читал, картины любил. Но и невеста у него была прекрасная, как сон. Я выполняю для Ольгерда одно задание. Мне надо сделать так, чтобы ты повеселился, как никогда в жизни. Правда? Ну, вот что значит брат. Вот так, брат, скажу тебе. Даже после смерти обо мне помнят. Так сколько у нас времени? Думаю, за ночь обернемся. Отлично. Погоди-ка, я только сабельку возьму и... Чтоб тебя черти взяли! Ты ж дух, ты не можешь ничего взять. А, все время об этом забываю. Ну и как же мне прикажешь наслаждаться? Ни кружки взять в руку, ни сабельки. Девушки как следует в танцы не прижать.
Уж придется как-нибудь обойтись. Пошли. Никуда я не пойду. Ты должен сделать так, чтоб я развлекался? Так придумай, как мне это устроить. Как? Оживи мое тело. Я не сумею. К тому же, оно ведь разлагается. Ну тогда придумай что-нибудь еще, а в таком виде я никуда не пойду. Хватит, мы теряем время. Теряем время? Мужик, время — это все, что у меня осталось. Черт побери, ты при жизни тоже был такой занудный? Не доводи меня. Если уж у меня есть одна ночь, я хочу насладиться ею сам, а не смотреть, как веселятся другие. Так что ты предлагаешь? Есть одна задумка. Ну нет, и речи быть не может. Да, вот именно, что да. Геральт, очнись! Открой глаза! Где же нюхательная соль? Стоило умереть, чтобы полежать на таких чудных коленках. Интересно, что же там скрывается повыше? Ты с ума сошел? Да, как только тебя увидел. Погладишь меня по роже еще минутку, и я буду готов провести вечность в теле пса, чтобы виться у твоих очаровательных ножек. Геральт, да что с тобой происходит? Геральт? Я Витальд. Что? А, ну ладно, погоди минутку. Нет, я определенно не люблю, когда в меня вселяются. Если бы ты так не сопротивлялся, не потерял бы сознание. Геральт, ты можешь мне объяснить, что тут происходит? Это все он виноват. Мое почтение, целую ручки. Кто? Ну он, брат Ольгерда. Геральт, здесь никого нет. Похоже, твоя прекрасная подруга меня не видит и не слышит. Может, это даже к лучшему. Ты должен кое-что усвоить. Я ничего не должен, только замечательно развлечься. Что я и собираюсь сделать. Я теряю терпение. Я тоже. Ты можешь мне объяснить, наконец, что здесь происходит? Оу, как я люблю нетерпеливых! Я должен сделать так, чтобы Витальд фон Эверик развлекся как никогда в жизни. Но так уж вышло, что он дух. Так что мне придется одолжить ему свое тело. Погоди, то есть сейчас он в тебя вселился? Нет, сейчас нет. Сейчас стоит рядом и пялится на тебя. Но когда я буду одержим, все мои слова и действия на самом деле будут принадлежать ему. А что, если я захочу поговорить с тобой? Ах, ну тогда пусть подойдет и попросит, чтобы я на минутку вышел. Тогда ты должна его попросить, чтобы он на минутку вышел. Понимаю. Замечательно. Ну так как, моя сладкая? Может, выйдем из этого мрачного склепа? Тут недалеко такая роща, где поцелуй на вкус слаще всего на свете. Я так понимаю, что сейчас ты уже Витальд. Похоже, мне не составит труда отличить тебя от Геральта. Не уходи от темы, ласточка. Если роща тебе не подходит, можем сразу перейти к делу и спрятаться в стогу сена. Боюсь, я не хочу в этом участвовать, дух. Что поделать? В таком случае пойду в ближайший бордель. У меня есть идея получше. Прежде чем Геральт призвал тебя, я пригласила его на свадьбу моей подруги.
О небеса, вот так удачный день у меня сегодня. Не найдешь в Редании лучшего танцора, чем Витальд фон Эверек. За мной, лапушка. Развлечемся, как никогда в жизни. Хорошо. Мне еще надо переодеться. Так что можем встретиться у святилища. Это мне не по душе. Почему? Не люблю святилища. Я и при жизни посещал их только чтобы ограбить, а после смерти они мне стали нравиться еще меньше. А может, мы с тобой прямо на свадьбе и встретимся? Ну, кажется, у нас нет выхода. Великолепно! Тогда увидимся на месте торжества. Вот эта девка! От такой запросто можно голову потерять. А это говорю тебе я, Витальд фон Эверек, которому чем попало, не угодишь. Ну-ка, честно мне скажи, как на духу? Есть между вами что-нибудь? Потому как, если что, я буду держаться подальше. А если нет, то... Ух, навестить бы с ней пару сеновалов. Скажем, когда-то мы были друг для друга больше, чем знакомыми. Ха! Видишь, я сразу так и понял. Я такие вещи нюхом чую. Разбираюсь я в людях. Жаль, конечно. Я бы сам ею с удовольствием занялся. Но другу я свинью подкладывать не стану. Ну так что, идем на эту свадьбу? Идем. Тогда веди, а я буду сразу за тобой. Держи от нее лапы подальше. Какого черта ты копаешься в останках моих предков? Убирайся отсюда и оставь покойников в покое. Кладбищенский шакал. Должно быть, влез через колодец и свернул себе шею. Пытался, гнида, ограбить наш фамильный склеп. Я сам знаю, что мне делать.
это быть ведьмаком? Лучше тебе не знать. Было бы лучше не знать, я бы не спрашивал. Ну, говори. Тебе бы не понравилось. Хочу попробовать один из этих знаков. Каких еще знаков? Ведьмачью, каких же еще? Я этого никогда не делал, а вдруг это интересно? Я бы не хотел тратить время зря. До полуночи самое важное, чего бы хотел я. Тебя, кобылка. Хорошие промеры, крепкий зад, развитая холка. Ну-ну. Я вижу, ты в этом разбираешься. Еще бы! При жизни кони и женщины это были две мои величайшие страсти. Ты коня моего пугаешь. Плотва не любит духов. Эту мельницу. Мы с Ольгердом всегда как что учудим, так здесь и прячемся. Один раз старый Яромир застукал нас тут за самогоном. А, вот были времена. Но пошло.